Всем привет! Второй этап выхода из депрессии, из плохого настроения, например. Не, например, а из плохого настроения, депрессии, там, я не знаю, чего еще. Чего-то плохого, короче. Первый этап — это аффирмации, да. Второй этап — это написать свои принципы. А принципы действительно должны быть ваши. Принципов должно быть столько, сколько вы хотите. Только сколько вы чувствуете. Просто вы пишете свои принципы. Например, я сильный или я сильная. Я люблю себя, я не знаю. Ну что еще? Ну вот все, что откликается именно в вашей душе. Да? Я пока пописываю, скажу. Я классная или я классный. Это второй этап выхода из депрессии, из каких-то рыданий, я не знаю, просто глобального непонимания себя. Это второй этап. Всех целую. Пока-пока.